Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у меня салатик с крабовыми палочками. Вот такой вот красивый новогодний салатик. Если вы хотите знать, как я его готовила, оставайтесь на канале и смотрите видео до конца. Итак, пошли готовить. Рис я взяла индийский сэлы басмати. Отвариваем его до готовности. Отвариваем 3 яйца. Беру консервированную кукурузу. Нам понадобится баночка кукурузы. Сливаем воду. Беру крабовые палочки. Очищаем их от пленочки. Морковь отвариваем. Ну вот и все, друзья. Салатик с крабовыми палочками готов. Можно подавать к столу. А я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Всем пока-пока!